Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Узнайте свою руну на неделю с 7 по 13 октября. На этой неделе звезды выстраиваются в особую вибрацию, а древние руны зажигаются мощными посланиями для каждого знака зодиака. Давайте посмотрим, какая руна будет направлять вашу судьбу на этой неделе и как вы можете использовать эту силу, чтобы раскрыть свой потенциал. Овны. Для вас руна Феху. Руна изобилия и процветания ярко засияет для вас на этой неделе. Вы почувствуете, как мощная энергия толкает вас вперед, открывая двери, которые вы считали закрытыми. Пришло время пожинать плоды своего труда и обратить внимание на то, что приносит вам финансовую и эмоциональную стабильность. Однако не забудьте поделиться своим успехом с близкими, ведь Феху напоминает, что щедрость привлекает еще больше изобилия. Тельцы. Для вас руна Орус. Символ жизненной силы наполнит ваш дух яркой энергией. Тельцам важно прислушаться к своим инстинктам и быть готовыми показать свою внутреннюю силу. Преобразования будут неизбежными, они приведут вас к большей уверенности в собственных силах. Не сопротивляйтесь изменениям, они являются частью вашей эволюции. Близнецы. Для вас руна Ансус – божественное общение и мудрости, и ваш проводник. Близнецов вдохновит волна интеллектуальности и творчества. На этой неделе вы обнаружите, что ваши слова имеют особую силу, будь то важный диалог или новаторские идеи. Прислушайтесь к тонким знакам вокруг себя и доверяйте своей интуиции, ведь Вселенная шепчет нужные вам ответы. Раки. Для вас Беркана, руна рождения и возрождения, обещает вам начало перемен. Для рака эта неделя будет посвящена эмоциональному исцелению и личному росту. Пришло время отпустить прошлое и воспользоваться новыми возможностями в отношениях, проектах, убеждениях. Беркана напоминает, что трансформация начинается изнутри. Будьте открыты переменам и чуду возрождения. Львы. Соло, руна солнца и успеха засияет над вами. Энергия этой руны дает непоколебимую уверенность и способность притягивать победы. С какой бы проблемой вы не столкнулись на этой неделе, соло поможет вам с легкостью ее преодолеть. Пришло время встать и занять свое место в мире, но не забывайте быть щедрыми лидерами и нести свет в жизнь тех, кто вас окружает. Дева. Ера, руна природного цикла и наград, обещает, что все, что вы посеяли, начнет приносить плоды. На этой неделе Дева почувствует результаты упорного труда и терпения, которые она проявляла ранее в отношениях или профессии. Ера советует сохранять равновесие и с той же решимостью продолжать путь. Весы. А для вас руна Геба. Руна партнерства и даров принесет вам неожиданные подарки. Весы почувствуют энергию гармонии и баланса в отношениях – романтических, профессиональных или дружеских. Пришло время отдавать и получать с открытым сердцем. Сотрудничество окажется чрезвычайно выгодным, а щедрость станет ключом к успеху. Геба напоминает вам, что дары, которые вы дарите, всегда возвращаются при умноженном виде. Скорпион. Для вас руна Эйвос. Руна сопротивления и защиты просит вас подготовить свою душу к временным испытаниям. Скорпионы будут чувствовать напряжение и препятствия, но они призваны укрепить ваш дух и подготовить вас к важным преобразованиям. Руна даст вам защиту и поможет сохранять спокойствие и сосредоточенность. Не бойтесь трудностей, ведь они раскроют вашу истинную внутреннюю силу. Стрельцы. Для вас руна Райда, руна путешествий и судьбы, указывает на неделю полного движения и значительных перемен. Для стрельца это может означать физическое или духовное путешествие. Доверьтесь процессу и позвольте событиям увлечь себя, ведь все дороги ведут к исполнению вашего предназначения. Будьте открытыми новому опыту и старайтесь быстро принимать решения, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Козерог. Для вас руна Тейвос, руна победы и справедливости, подарит козерогам неделю достижений и признания. Вы столкнетесь с ситуациями, требующими твердого и принципиального отношения. Тейвос даст вам смелость бороться за то, что правильно и справедливо. Успех придет благодаря настойчивости и решимости, и окружающие признают вашу ценность. Преодолевайте любые препятствия с честью и уверенностью. Водолей. Для вас руна Лагус, интуиция и эмоционального потока, покажет ваше направление деятельности на этой неделе. Водолей почувствует связь со своим внутренним «я» и найдет ответы через мечты и интуицию. Позвольте себе руководствоваться своими чувствами и исследовать глубины своей души. Лагус призывает вас выражать свои эмоции и чувствительность без опасений. Рыбы. Для вас руна Иса, руна льда и застоя, откроет вам неделю размышлений и замедления.
Рыбы почувствуют необходимость и сделать перерыв, чтобы проанализировать, в каком направлении они движутся. Не спешите действовать, ведь Иса просит вас дожидаться подходящего момента. Используйте этот период, чтобы очистить свои мысли и обрести внутренний баланс.